Азербайджан перекрыл подачу газа в Нагорный Карабах, сообщили власти непризнанной республики. Это стало очередным витком обострения ситуации в регионе. Накануне группа азербайджанских активистов перекрыла Лачинский коридор, который соединяет Армению с Нагорно-Карабахской республикой. После этого премьер Никол Пашинян провел заседание Совета безопасности. В Ереване призвали Организацию Объединенных Наций и ОБСЕ обратить внимание на ситуацию в Лачинском коридоре, которая может привести к гуманитарному кризису. А у офиса ООН тем временем в столице Армении прошла акция с требованием помочь разблокировать Нагорный Карабах. Обсудим ситуацию в регионе с государственным министром Республики Арцах Рубеном Варданяном. Рубен, здравствуйте. Добрый вечер. Да, ну насколько сейчас критическая ситуация с газом, учитывая, что Баку уже не первый раз перекрывает его подачу в республику? Ну, ситуация критическая. У нас сейчас зима. Понятно, что потребление газа увеличивается в зимний период. У нас есть в том числе и проблемы с тем, что кроме газа у нас перекрыто все остальное тоже. У нас нет на сегодняшний день доступа ни к чему. У нас есть проблемы с лекарствами, которые возникнут, если не будет решена проблемы с дорогой. У нас есть вызовы, которые мы принимаем, понимаем, но они сильно жестко поставили на ситуацию, похожую на блокаду Ленинграда в 1941 году. Поэтому ну, мы находимся в блокаде полноценной, как когда-то была Великая Отечественная война в городе Ленинграде. Угу. А насколько неожиданным вообще для властей НКР были действия Азербайджана вот и по перекрытию Лачинского коридора, и вот этот газ, и были ли вообще какие-то предпосылки к этому? Ну, вы знаете, к сожалению, после 9 ноября 2020 года Азербайджан не прекращал свои различные провокации, в том числе и занятия высот, и несмотря на то, что было подписано соглашение о том, что линия соприкосновения не должна меняться, менялась линия соприкосновения, а попытки перекрыть дорогу была и до этого. Ну, вообще, то есть, по из-за того, что в Арцахе проживает очень маленькое количество людей, позиция в том, что Арцах вообще не имеет права никакие на какие-то свои права и не признается как государство. Ну, в общем, это звучало, по риторике звучало все. Поэтому, в принципе, готовность была психологическая и моральная, потому что мы понимали прекрасно, что такое отношение, к сожалению, очень агрессивное и абсолютно недружественное, и абсолютно не стимулирующее возможности хоть какого-то диалога. А велась ли какая-то подготовка, может быть, запасы товаров первой необходимости собирали или другие подобные вещи? Конечно, поэтому мы достаточно спокойно в данной ситуации, пока находимся в ситуации того, чтобы понимали это все, и у нас есть запасы, есть определенный план действий, у нас есть оперативный штаб, который я возглавляю, у нас были до меня подготовлены определенные запасы по разным направлениям, все это есть, все это сделано. Но, с другой стороны, жизнь продолжается. 120 тысяч человек – это большое количество людей. Каждый день потребляется достаточно большое количество еды, бензина, топлива. Но самая главная проблема, конечно, это врачи, лекарства, с точки зрения того, что люди, особенно зимой, больше болеют. И здесь, конечно, вопрос здоровья – это один из ключевых вопросов. Угу. Пашинян сегодня провел внеочередное заседание Совбеза по ситуации в регионе. И вот такой вопрос: у Еревана и Степанакерта сейчас нормальный контакт и полное взаимопонимание или нет? Ну, у нас, да, нормальный рабочий контакт. С другой стороны, Армения не так много чего может сделать в этой ситуации, кроме того, что оказывать моральную поддержку и действительно озвучивать эту проблему на всех уровнях в мировом пространстве. Но да, рабочие контакты. А что касается Москвы, есть ли какие-то контакты, может, идут переговоры вот после того, что произошло? Ну, с Москвой тут вообще ситуация более серьезная, потому что мы видим, что это на самом деле не против Армении или против Арцаха, это против России. Все эти действия, в том числе перекрытие дороги псевдоэкологами, псевдоактивистами, потому что там доказано, есть люди, которые работали и служили в спецслужбах, там есть просто фотографии этих людей, видно, что это все спланированная акция. Так вот, это первый удар против России, российских миротворцев, которые, в принципе, должны обеспечивать безопасность движения по дороге Лачинского коридора. И в этом смысле, конечно, для Москвы эта ситуация очень неприятная, и здесь у нас постоянно переговоры и разговоры с Москвой, потому что в данной ситуации миротворцы находятся еще под
достаточно жестким агрессивным напором этих азербайджанских активистов. И, в общем-то, им не очень сладко там достается по-серьезному им, потому что люди очень агрессивно себя ведут по отношению к ним. И в этом смысле и для нас очень важно, чтобы миротворцы могли продолжать свою работу, выполнять свои функции, но, к сожалению, им это не дают делать. А вас, кстати, устраивает работа миротворцев, которые сейчас там стоят? Ну, я говорил и буду говорить, что нам точно необходимо увеличение количества миротворцев и более четкий мандат и на больший срок. В этом смысле, исходя из того, что мы имели уже случаи и невозможности остановить, например, агрессивные действия азербайджанской стороны по отношению к крестьянам, которые обрабатывали свои сады, когда, несмотря даже на присутствие на миротворцев, с той стороны все время стреляли, не давали людям просто элементарно обрабатывать свою собственную землю или собирать урожай. То есть люди весь год работали, а в конце, когда они должны собирать урожай, им их не давали, и при этом миротворцы, которые приходили на то, чтобы как-то ситуацию стабилизировать или снять это напряжение, игнорировались и все равно продолжали стрельбу, не давали людям забирать урожай. Поэтому в этом смысле мы прекрасно понимаем, что у миротворцев есть ограничения по мандату, ограничения по возможности точно применения оружия. И этим, к сожалению, азербайджанская сторона очень сильно пользуется. Да, понятно. Спасибо, Рубен. С нами на прямой связи был государственный министр Республики Арцах Рубен Варданян.